Мир Божий вам, дорогие телезрители! Поздравляем вас с наступающим праздником Рождества Христова и наступающим Новым годом! Я хочу оставить вам на память знакомое место для нас, которое записано в Евангелии от Луки, 2 глава, 10 и 11 стих. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь». Аминь. Итак, дорогие друзья, вот это то, что мы знаем, но исполняли мы это или нет. Ангел Божий явился пастухам в Вифлеемских полях и сказал, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. В нашей жизни, дорогой друг, лично в твоей жизни, встретился ли ты с Господом, который является твоим личным спасителем? И когда ты встретился с Ним и живешь по Писанию, тогда радость Божья, она должна наполнять твое сердце, твою семью. И, естественно, мы прожили этот год, проживаем его, 2020, когда так много было перемен, когда эти болезни, когда такое неспокойствие, год заканчивается, и мы не знаем, что принесет нам год 2021. Но Писание говорит, нам нужно всегда радоваться. Всегда радоваться. Почему? Потому что пришел в этот мир Спаситель, который есть Христос Господь, который взял наши грехи, который взял наши беззакония, который взял наши проклятия, и Он взял наши немощи и наши болезни. И Он принес нам спасение, Он приносит нам исцеление. Он Спаситель и Он Целитель. И поэтому, дорогие друзья, что бы ни случилось в нашей жизни, Писание говорит, всегда, всегда радуйтесь и за все благодарите Господа. И за этот год будем благодарить Господа. Да благословит вас Господь. Да будет имя Господне благословенно прославлено в нашей жизни. Аминь.